Лучше отправиться в Якутию. В Нарьян-Маре прошло закрытие первого регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. По итогам 3 дней состязания определились победители в компетенциях поварское дело и дошкольное образование. Позади остались конкурсные задания, страх, волнение и ожидание результатов. На сцене Арктики огласили имена победителей первого регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Участниками международного движения стали 18 молодых ребят, студентов образовательных учреждений округа. По результатам 3 дней непростых состязаний эксперты определили тройки призеров в каждой компетенции. В поварском деле лучшим стал студент Ненецкого аграрно-экономического техникума Александр Найда. В интервью нашему телеканалу на открытии чемпионата Александр признавался, эти состязания – серьезный и важный этап в его жизни. Тогда он уже был одним из лучших, тех, кого отобрали для участия в конкурсе. Сегодня Александр Найда стал самым лучшим молодым профессионалом в своем деле. Заслужить этот статус было непросто. Самым сложным, по словам Александра, было сохранять спокойствие. Были моменты, когда все шло не так, как было запланировано. И с виду, если мне эксперты говорили, что сохранял спокойствие, был прям спокоен. Но внутри у меня прям творилось, я не знаю, как это описать, что у меня прям... Ты ожидал вот такого результата? Хотя бы чувствовал, что ты войдешь в тройку? Ну, я думал, да, что войду в тройку, но чем ближе к конкурсу подходило время, чем больше я наблюдал за подготовкой соперников, вот эта уверенность, что я буду в тройке, она так потухала, вот все. Ну... На конкурсе она еще больше упала, эта уверенность, потому что все прям очень хорошо себя показали. Но все равно получилось. Получилось стать лучшей Яне Беркут, студентке социально-гуманитарного колледжа. Девушка превзошла своих соперниц и стала лучшей в компетенции дошкольное образование. Яне, как и другим участникам чемпионата, конкурсы показались сложными. Это и понятно, ведь все было организовано в соответствии с международными стандартами на высоком уровне. Победить будущему воспитателю помогла любовь к профессии. Специальность мне очень нравится, я нашла себя. Как бы даже сейчас этот конкурс мне дал возможность понять, что я все-таки... в своей, как бы, тарелке, так можно сказать, что это моя профессия. Влюбленные в свои профессии победители регионального чемпионата совсем скоро отправятся в Якутию. С 20 по 26 марта там пройдут отборочные соревнования для участия в финале 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы 2017». Он пройдет уже в Краснодарском крае. В Якутии соревнования пройдут на территории спортивного комплекса «Дахсун», где могут разместиться все компетенции. Всего в чемпионате примет участие около 2500 человек. Из них 535 конкурсантов – национальные и независимые эксперты, организаторы, участники деловой программы и гости чемпионата. Целью международного движения WorldSkills является популяризация и повышение престижа рабочих профессий. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».